Скажи нам, Хоп, как это было? Благо. Да что тут такого рассказывать-то? Ты же так все знаешь. Ну, в тысячный раз. Ну, это же первое, да, благо. Что ты вам рассказываешь? Первое за всю игру. Это ужас, конечно. Шанс такой. У меня вообще не было благо. Ты видишь, у кого-то благо не было вообще, а у тебя вот уже есть. Так у меня тоже ее только что не было вообще столько лет. Что изменилось в твоей жизни, вот это ощущение? Какое-то странное чувство. Чувство превосходства. Yeah. 5 лет над кем-то. Что-то необычное. Было у тебя в этом? В Симметрии там, не знаю, босс как-то странно себя вел. Он такой... Подмигивал. Урик знаки подавал какие-нибудь, да, я понимаю. Обратился персонально к тебе, например. Да. Может, у тебя какой-нибудь талисман был в инвентаре, типа трежерки какой-нибудь? Бустов, кстати, не было никаких? Да уже нет, всеми бустами, наверное, ходил туда. Не вылагает. Да, ничего не было. Каким классом ходил туда? Этим самым, Найтом. С чего бил? С головы. Босса я обычно бью АССом.